А вы знали, что в честь форума было разработано целое мобильное приложение? Давайте узнаем подробности. Разработчики сделали такое приложение, что оно приходит полностью в одну базу, в один планшет. Кроме того, здесь вопрос спикерам. На сессиях, на пленарных сессиях, программных сессиях можно будет задавать вопрос отдельно каждому спикеру. Данный вопрос задается, приходит оповещение модератору, модератор будет свой планшет отдельно, где он видит все вопросы, и он задает спикеру. Это очень удобно, как бы сократить время, чтобы не подносить микрофон, а здесь просто через это приложение можно напрямую задавать вопросы спикеру. В принципе, вкратце так, на трех языках: казахский, русский, английский.